книги пока уберем. В общем, я хотел сегодня вам показать смузи. Что такое смузи, да? Ну, не еда. Для этого нам понадобятся груши, бананы, яблоки. Ну, это все можно, конечно, другие варианты, да, то есть и зеленые, да, и бананы там, соответственно, тоже другие. То есть, в принципе, это уже фантазия включается. Вот это шпинат, так как это витаминки, да, поэтому хотелось что-то витаминки какие-то. Вот это шпинат. Потом туда мята идет. Вот, ну, в принципе, можно добавить вот орехов, я еще кишу. Соленые? Соленые. А, не странно. Ну, как бы и по магазинам у меня не было особо времени ходить искать. Вообще, это строительский вид, да? То есть, поэтому лучше орехи тоже не жареные использовать. Вот, но тут уже фантазия включается. Вот надо разобраться с этой штукой, как она работает, я еще не знаю. По-моему, вот так вот. Нет, вот эту, вот эту. Это не моя, к сожалению. Как-то она одевается. А, так мы можем только вот эту использовать, да, и все. Не, ну можно, просто здесь не хватает одной штучки. Вот это какой? А, вот она. Тогда вот. Для чего? Тогда это снимать надо? Да, наверное, что-то надо. И вот это одевать. Так, и что тогда? И сюда вот. А, и вот так вот, да? А сверху какая-то же еще штука. Вот это одевается. Что-то брызгать что-то между. Да. Да. Да, все правильно. Вот так вот, да? Нет, неправильно. А кто у нас тут? Я инженер. Сейчас, пожалуйста. Непонятно. Нет, сначала, короче, вот. А вот эта штука, она не... Как это фигура? Ну вот туда, и туда вставляется фигня, насадка. Ух ты! Ну, я могу сказать, что вот это, может быть, не очень удобно будет, потому что она будет на каком-то пространстве, да, и не все будет мелиться. А вот это? А вот это лучше, мне кажется. А вот это вот удобнее будет. Ну, тогда нужна глубокая тарелка. Ну, да, просто мы будем не бояться брызг, и все нормально. Нет, давайте все-таки. На самом деле она не брызгает, ее детское питание, это... Не брызгает? Вообще не брызгает, ну да, окей. Тогда мы будем использовать ее. А это пока сюда складываем. Там нужна посуда, да? Любая кастрюля. Сейчас кастрюлю сообразим. Слушай, а что вот это такое розовое? Это, блин, понимаешь, это вообще не получилось. Мне кажется, сверх надо будет не есть, а как-то откапывать. Почему? Это сверху такие шарики, я думала, они станут желе, но их надо было заливать водой, короче. Это такая хрень, типа пиловка какая-то. Ну, и я полила бело-розовым вареньем, короче. Там вишневое варенье. Нет, это я испекла. Спасибо. А я не знаю, я надеюсь, как это должно было быть. У меня силиконовые формы. Вот, очень-очень удобные. Так, хорошо. Это мы убираем. Нет, это я из Высоцкой взяла. Там очень просто. Так, ножик был, да? Да, без яиц. Ножик уже грязный. Сколько форм таких надо? А это что такое, кунжутные штучки? Это я взяла в шоп. Это купили? Нет, это я делала. Классно, очень круто получилось. Так, давайте, по новой. Чай? У нас смузи. Ну, чай мы, если хотите, да, можно чай тоже. Давайте. Так, хорошо. Итак, нет, туда можно водички чуть добавить будет. Для жидкости чуть-чуть. Все. Хорошо, в общем, бананы. Да. Может, какой-то взять пакетик бананы для мусора? Вы можете помогать, если хотите. Угу. Можете. Не, ну можно, например, вот мята, можно листочки потрывать. Ой, я тоже хочу. Ну, по большому счету, не обязательно, но можно. Это как уже... Ну так мы сделаем. Надо просто понять, в коже есть ли витамины или нет. Есть витамины. Есть. В коже яблоко есть, в коже банана нет. А есть нож? Нет, может они есть. А это поваренные книги. А есть там, да, есть, да, если забрать. А как это? Вот так просто? Да, только без этого. Подождите, подождите, вот это вот без пала. Нет, таращи. Листья, листья. Там может быть палки есть. Да, и много тоже, знаете, самое, если мы ее много положим, то, наверное, не очень будет. Мохито получше. Да, добавим, да? После мяты очень спать хочется. Да? Успокаивает, да. Мы сейчас ляжем здесь, сам. До понедельника.
А яблочки? Так, что еще? Яблоки. Да. Давайте режьте. А вот я вроде резала. Режьте дальше. Кожицу вот, оставляете? Оставляем. Оставляем кожицу. Там, по идее, должны быть витамины. В общем, моем тогда маленькую лекцию прочитаю. Давайте, давайте выясним, да, вообще, какие есть диетологии. Вспомним. Диетология? Да, ну какие разновидности? Кто какие знает? Вегетарианство. Это можно все класть. По группе крови. А вот это? Вегетарианство. Вы лучше их не кушайте, мы их подумаем. Ладно, вы сейчас их едите. Вегетарианство, хорошо. Вегетарианство, да. Нам нужен... Вегетарианство делится. Опять чистить? Да. Вы тут не едите, да? А вообще нет, наверное. Там... Не, я вас не гоню, на самом деле. А это будем эту чистить? Мне сказали вариант на полчасика, я вам могу... А я тоже на полчасика. Сейчас иду. Так, хорошо, вегетарианство. Вегетарианство делится еще на некоторые пункты. На пункты. Лакта, овощи, вот, да, вся фигня. Еще. Ну какая фигня, давайте перечисляйте. Какая фигня, лакта? Или это относится это к вегетарианству? Сыроед. Фрукторианство, когда вот фрукты едят. Да, да, да. Еще какие? А сыроеды. Сыроеды, да. Сыроеды, конечно. Сыроеды. А когда дальше? Моноеды. Моноеды. Что такое моноеды? Моно. Одно, наверное. Только одно. Да, это только одно, да. Там что, не всю жизнь только одно едят? Ну, а они вот, например, с утра едят бананы, наелись. Потом в обед едят арбуз. Угу. Наелись. Но это только фрукты. Вечером они едят там, я не знаю, все что угодно. Папайю. Папайю. Покачину, папайю. Говядину. Да. И так они наелись. А есть еще вот эти приколисты, которые они злаки жрут. Как они называются? Злаковые? Ну, они... Да. Они едят молоко. Кто это? Или микробиотик. Микробиоты, вот это они. Вот эти. Макро. А это кто? Микро или макро? Макро. Макро. Макробиотики. Которые едят, которые только пшено едят? Ну да, они там стараются, у них там есть разные стадии. Да. На последней стадии они вообще едят один рис. А последняя стадия, это когда солнце начинает питаться. Солнцееды. Такие тоже есть. А следующий next level какой? Next level рай. Праноеды еще есть такие, слышали, да? Что, есть такие? Да, есть. Которые воздухом питаются? Да, жизненной энергией. А где они ее черпают? Мне кажется, все люди праноеды, нет? Ну, а мне кажется, уже надо ее помолоть, а то что там такое. Да, сейчас уже много будет. Уже... Да? Водички надо добавить. Сколько я принесу? Давайте стаканчики налить. Стакан надо. Давай я принесу. Давайте с полной наливайте. Так, орехи сюда еще. Вот так. Сейчас там. Они будут соленые. Соленые? Правда. Не пусть. Не, давайте не надо. Мне кажется, лучше без орехов сделать. Может их помыть? Отлить и попробовать потом орешки. Просто боюсь, все испортим солью. Можно промыть ведь. Да, можно помыть. Да, как-нибудь странно. Давайте промоем. Потому что это, ну, она густоту даст орехи. Ой, давайте. Давай. Какой-нибудь. Банан. Ну это тоже, да. Ну, побольше, чтобы чашку. Вот так, а что вы там оставили все это все сюда? Так вы влезли, что она не влезет? А, влезет, не влезет? Просто он может распускаться. Ну, шпинат. Ну, шпинат, наверное. Влезет. Я никогда не пробовала шпинат. А, давайте. Да, я шпинат. Да ладно. Да. А хотя нет, пробовала. Ну, я типа салат покупала. Да, они у нас. И вообще все овощи все. Друг на друга. Ага, вообще, я еще дома иду, что ж. Так, ну, на самом деле, маловато, я думаю, будет. А это первый раз, я так понимаю. Да, просто так. Только, знаете, мне кажется, Thank you.
Вот Thank you.
А что попробуем? Ну, что добавить вода? Нет, ну знаете, как еще? Знаете, даже не попробуем. Мы сейчас будем определенно делать действия. Ну что, я думаю, хватит. Давайте определенно действия делаем. Да. Мне кажется, лучше сзади сдать, чтобы это... Причем Георгий чистый, смотри. Вы-то позанимались, а я нет, поэтому... Так, ну вот, в общем, получился у нас смузи. Ну, допустим. Будем говорить, какими жертвами. Допустим. Это вы чай пьете, да? Пахнет яблочко. Ой, я тоже хочу чай. Ой, я тоже хочу чай. Давайте. Это надо ложку такую, да? А ну вот ложка у вас была. У тебя есть? А может графин перелить какой-нибудь, а? Графин? Или это мы будем ложкой есть? Ну, вообще можно и ложкой, а можно и не ложкой. Мне кажется, можно ложкой с одной тарелки. Не, из одной тарелки бы точно. Одна ложка. Одной ложкой. Одна тарелка. Одна ложка из одной тарелки. Давайте. Ну как будем есть? Ну стаканчик сейчас наложим. Вы хотите в тарелку? Мне, можно же. Спасибо. А, ну да. В общем, для того, чтобы мы его начали есть, нам надо сделать кое-что. Что? Вкусный чай? Вот видите, уже девушка знает точно. Кто какую мантру знает перед едой читает? Но молитва же мантра, я знаю молитву. Какую? Молитва. Ом Мани Падме Хум. Давайте споем Ом Мани Падме Хум. Кто еще какие знает? Ну кто-нибудь читает перед едой? Отче наш небесный, спасибо тебе за эту еду. Давайте, да. Знаете ее? Все, она закончилась. Мне нравится. Она длинная, там больше. Ну ладно, хорошо, давайте хоть что-нибудь споем. Давайте, вы пейте. А мы будем повторять. Давайте. Вы говорите, а мы повторяем. Я? Да. Пейте ее или расскажи про свою речь? Расскажи нам. Не, мы обычно говорим, но просто где-то поют, часто поют. Давайте споем, в чем бы нет. Давайте поем. Мани Падме Хум. О, Мани Падме Хум. О, Мани Падме Хум. Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум, Ом Мани Падме Хум. Ну и можно в уме ее поднести, эту еду вообще. А как она переводится? Я так поняла, Ом Мани чувствующую. Как переводится? Ом Мани Падме Хум, но она, это обращение к какому-то чувственному аспекту. И там каждый слог, что знаешь, на самом деле много переводов, а каждый слог устраняет одно из загрязнений ума. Неведение, привязанность, ревность и так далее. Это такое, очень активная мантра. В общем, мы думаем о всех двух существах, чтобы было хорошо всем. Окей, ну ладно, кто хотел помолиться. Все всем своим богам принесли пищу. Давайте, накладываем. Куда накладывать? Вот у меня нет, у меня есть чем накладывать, а вот куда? Стаканчики такие? Мне кажется, да. А думаете, она будет пить оттуда? А мне еще нужна была. Мне кажется, надо что-то короткое. Может, вот такие, смотрите. Я дома. Но это очень мало. Но мы будем с добавкой. Я тарелку. Да? Конечно. Ну, было. А вот стаканчики, кстати. Подождите, может, стаканчики? Вот реально, кстати, стаканчики. Вот, смотрите. Стаканчики. А, да, все, отлично. Саша, порезай. По-моему, у нас не по традиции совсем, да? Спасибо. Не по китайцам. Китайцы бы не оценили. У них больше нет. Стаканчики закончились? Потому что они китайские чашки используют для чая. Для китайского чая. Для китайского чая, да. Сейчас, а у вас что? А вот есть еще маленькие ложечки. Георгий, а вот есть чай. Давайте. А кому ложечки? А где ложечки? Возьмите. Спасибо. Так. Георгий, вот они ложечки. Мне. Спасибо. Нет, это не то, что мне. Спасибо. Как наши водные сады? Они постоянно меняются, я не знаю.
Возьмите стаканчик. Опа, возьмите. А там осенние стаканчики. Закончились, да, синие стаканчики? А вот еще есть. О, пиалочка. Ой, а можно мне одну? Спасибо. Так, стакан. Еще? Давайте. Кому вот такие маленькие? А мне. А у вас есть стакан? У кого? У меня? У меня нет. Ой, бутылку, да. Это вам, Саша, Георгий. Спасибо. Кому стакан? Кому стакан? Мне кажется, нужно. А вот перед этим... Мне, я так понимаю. Давайте. Ой, какая классная тема. Что? Я что-то ничего не вижу. Ну, прикольная такая зеленая жижа. Да. Но здесь очень много витаминов, если обратить внимание, то один шпинат что стоит. Это кому? Вы давайте, чтобы всем было, ну, всем было, а то сейчас, значит, мы наложим. Давайте вам стакан. Вам два стакана, вот эти, да? Прикольно, мне нравится. Да, отличная тема. Очень классная. Все пусть скажут, кому что, какие ощущения вкусовые, еще что-то. Ну, как бы, это должна быть жидкость или это должна быть как... Это смузи, смузи — это жидкость. Я еще добавляю сельдерей. Сельдерей, можно сельдерей. Можно, да. Он получается. Да, там вообще разные варианты. Ну, это, да, это уже фатально. Главное, чтобы сочеталось еще тоже. Надо понимать, чтобы сочеталось. Потому что некоторые продукты, вот сельдерей, он ядреный, да? И его, ну, если много положить... Не, много не надо. Ну вот. Ну да, то есть надо понимать пропорции, во-первых, да, какие класть. И сочетание продуктов. Да, сделала бумага, ну вот авокадо, он совсем, по-моему, сочетается. Вот, авокадо, да, авокадо, да. Ага, согласен. Авокадо лучше вообще во все смузи добавлять. Кому? Так, ну все, все, да? Ладно. Получили. Да. Подождите, а нашему администратору? Надо было. Да, так что не жаль. Как ее зовут? Она? А как ее зовут? Элис? Элис. А добавки можно? А я тоже, да. Да, да, в маленькие. Маленькие. Те, кто маленький, там дают добавки. Да, ура! Мы за добавкой. Не, реально очень вкусно. Да, очень классно. Ну вот такие вот смузи можно каждое утро готовить. Не, ну реально, завтраки. Если даже лед добавить, будет тоже. Ну лед, да, летом. Не завтракаю так. Да, спасибо. Блендер надо купить. Придется. На лето. Блендер, да. Блендер — это классная штука. Да. Хотим спросить, что такое? Это реально варенье штука. А что такое розовое? Что такое? Да? Нет. Вкусно. И орешки в тему. А может быть, вам ложечку дать? Есть? Здравствуйте, питательный. Скажите, а какой вообще посыл и смысл, что человек отказывается от яиц, творога, молока, рыбы? По-разному. Вот, например, люди, которые отказываются от молока, они считают, что молоко – это… Еда для детей. Сюда? Да, 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 да. Для кого? Ну что, детям нужно молоко, а взрослые… Молоко, значит, природа придумана для, ну, особей, подрастающих. Да. Второй вариант – это то, что молоко, нет хорошего молока. Ну там, да, сложно. Да, потому что оно, а типа, не натуральное. Козье пьете или коровье? Коровье. Это вы не разделяете, да? Пастеризованное сухое. Не, коровье я больше предпочтения делаю. Оно же хуже переваривается, усваивается организм, считается. Коровье? Если его пить вечером, на ночь, это лунно считается продуктом. Если выпить вечером, еще печеное, да еще и со специями, оно очень вкусное. С масалой. Ну, со специями, да, а так оно охлаждать, наверное, будет. Не, оно горячее. Горячее? Ну как? Не, наоборот, не переваривается так тоже, очень легко. Я кисломолочное ем. Это все полезно, да. Не могу. Так, что кому? А мне вкусно. Кому у нас тут маленькие тарелочки были? Давайте.
Она, кстати, очень такая питательная. А потому что кешью, они очень калорийные орехи. Вообще индусы, они кешью это везде лепят, просто везде, во все соусы, во все... Масло. Да. Да. Ну, причем у них кешью совсем не совсем такие дорогие орехи. Не дешевые, да. Там смотри, как в штате. В Керале подороже. Да. А в Гоу они подешевле. Это очень вкусный пирог. Это мне, да? Правда, да? Класс. Ну, попробуем. Надо представить, как бы очень вкусно. У нас одна тарелка. А ты, это там с вишней, да, с маком? А вот это что такое, розовые шарики? Я думала, что они должны будут разбухнуть, стать такой прикольной штукой. Это пилока, розовая. Что это? Это такой крахмал из овощей, из корня какого-то. Это в Латинской Америке едят, и в Таиланде. Вот такие штуки тоже духовки. Он, типа, если это сварит, то становится таким желем. А я подружки думала, что она разбухнет в духовке, но нет. Так не случилось, поэтому я... Это сверху то, что, да? Да. Там нет коктейль глютена, да. Там углеводы, но такие полезные, нормально. А мне вот эти шарики нравятся очень. Там финики или что? Финики и миндаль. А как это для кого-то? И какие-то специи, да, там? Корица, лимон, имбирь, лимон. Да, лимон. Очень прикольно. В блендере все сбиваешь, вот, и лимон добавить, просто тоже, наверное, интересно было бы, да? Ну, такой вкусовой, да, появился. Да. Лимончик чуть-чуть можно было бы. Это я уже думаю, как ну, я вот думаю, когда-нибудь делать. Да. А можно лимон, мне да, конфетку? Лимон, мед еще можно. Вы еще вот это попробуй тоже, да? А там что? А там... Яйца нет. Там яйца нет, там сухофрукты, и очень прикольно.